Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем читать эту новую книжку. И первый у нас рассказ – это Ушинский «Проказы старухи зимы». Разозлилась старуха зима, задумала она всякое дыхание на свете жить. Прежде всего, стала она до птиц добираться, надоели ей эти, они своими криками и писками. Смотрите! Какой ветер подул, зима решила их все сжить. И птицам бедным тяжело было летать, не смогли они. А здесь дома, тут свет горит, все крыши в снегу, все деревья в снегу, все кругом снегом завалило. Сейчас посмотрим, что у нас будет дальше на следующей страничке. Подула зима холодом, посорвала листья с деревьев и дубов и разметала их по дорогам. Некуда птицам деваться. Стали они стайками собираться, думушку думать. Собрались, покричали и полетели на высокие горы, за синие моря, в теплые страны. Остался воробей, и тот под стреху забился. Стреха – это у нас нижний край крыши, образующий навес. Если стоит звездочка или один, это значит описывается, что обозначает это слово. Стреха – это старое русское слово, которое сейчас уже не употребляют. Видит зима, что птиц ей не догнать. Накинулась на зверей, запорошила снегом поле, завалила сугробами леса, одела деревья ледяной корой. И посылает мороз за морозом. Идут морозы, один другого злее. С елки на елку перепрыгивают, зверей пугают. Не испугались звери. У них шубы теплые. Посмотрите, зайка спрятался с теплой шубкой еще и под снег, и под елочку. Другие в глубокие норы запрятались. Белка в дупле орешки грызет. Медведь в берлоге лапу сосет. Зайка прыгучий греется. А лошадки, коровки, овечки давным-давно в теплый хлев готовое сено жуют. В теплых хлевах готовое сено жуют. Теплое пойло пьют. Пуще злится зима. До рыб она добирается. Посылает мороз за морозом. Один другого лютее. Морозцы бойко бегут, молоточками громко постукивают, без клиньев, без подклинков по озерам, по рекам мосты строят. Замерзли реки и озера, и только сверху, а рыба вся вглубь ушла, под ледяной кровлей, ей еще теплее. Ну, пускай же, думает зима, пойду я людей, дайму я людей. И пошел мороз за морозом, один другого злее, заволакивает морозы узорами оконцы в оконцах, в окнах, стучат в стены и в двери так, что бревна лопаются. А люди затопили печки, пекут себе блины горячие, да над зимою посмеиваются. Случилось кому за дровами в лес ехать? Случится кому за дровами в лес ехать? Нападет он, наденет он тулуп. Посмотрите вот здесь вот. Валенки, рукавицы теплые. Да как примется топором махать? Даже пот прошибает по дорогам, будто зиме на смех. Обозы потянулись от лошадей пар валит. Извозчики ногами потопают, рукавицами похлопают, плечами передергивают, морозы похваливают. Обиднее всего показалось зиме, что даже малые ребятки и те ее не боятся. Катаются себе на коньках да на санках, снежки играют, мороз кличет. «Приди-ка подсобить!» Щипнет зима от злости одного мальчугана за ухо, другого за нос. Те даже побелеют,
А мальчик схватит снег, давай тереть, и разгонит. У него лицо как огонь, и разгорится у него лицо как огонь. Видит зима, что ничего ей не взять. Заплакала со злости, со стрех зимние слезы капали. Видно, весна недалеко. Видите, какие ребята не боятся зимы, не боятся морозов. Вышли и давай снеговика лепить. Слепили снеговика, морковку ему ведро на голову и собачка с ними. А зима злится. Что тут злится? Они же теплые варежки, шапки одели. Шубки, пальто, им тепло. Вот и все. А следующий у нас будет «Гуси-лебеди». Всего вам доброго. До свидания. Подписывайтесь на канал и ставьте большие пальцы.